всех в мире запахов, только зловоние смерти проступает сквозь толщу гниющей зеленой воды. Меня звали Джозефин Сильвье. Мне было 23 года, и я мечтала изменить мир, став первой в истории женщиной-парфюмером. И после этих снов я была среди льдов, источающих жуткий тошнотворный запах. С тех пор все ароматы, что я пыталась создать, пахли только так. Я не смогла вывести это. Через неделю я покончила с собой. Меня звали Теодор Леблан. Благодаря своим изысканным блюдам в свои 43 я был самым известным поваром в Род-Айленде. Но те сны в начале весны 25-го лишили меня всего. Я оказался в мире, лишенным всех вкусов, кроме одного. Когда я проснулся, мой язык мог чувствовать только горечь. Поэтому я отрезал его самым большим из моих ножей. Многообещающим архитектором, пока однажды во сне не оказалась в руинах древнего города. Его гигантские строения были уродливы, вопреки всем законам физики и эстетики. Очнувшись, все, что я могла проектировать, это их жалкие подобия. Не в силах воссоздать их, я убила себя, чтобы вечно любоваться ими. Меня звали Томас Мейфилд. Я был талантливым скрипачом. Но после того кошмара, в котором мне явились жуткие, гигантские твари, шепчущие и визжащие что-то на разные голоса, моя скрипка издавала только их пронзительный визг. Их шепот остался со мной навсегда. Он велел мне взять молоток и переломать себе пальцы. Вселенных и нежность всей тьмы мироздания.
Меня зовут Генриетта Антуанетта Уилкокс. Я художница. Вернее, была художницей. Какие прекрасные пейзажи я писала. Сколько в них было красок, сколько света. До тех пор, пока во сне не начала видеть его. Гигантского кошмарного монстра, порожденного то ли адом, то ли первозданной тьмой. Ночь за ночью он вглядывается в мою душу и зовет. Зовет к себе. Теперь я пишу только тьму и его. Его.